все фото в влог. У нас сейчас утро, мы Регине сделали реснички и приехали пообедать. Выбрали один ресторанчик, мы очень часто здесь бываем. Это один городок, который находится недалеко от Барселоны, называется Аллея. Это такая небольшая массия, в которой находится ресторанчик. Тут очень вкусно готовят, просто шикарно. Некоторые блюда я вам даже покажу. Но сначала хотела бы показать дизайн этого ресторанчика. Вот так вот. Вот, вот такой вот он. Сегодня у нас тяжелый день будет. Мы после того, как приеду домой, приоденусь, накрашусь, приведу себя в порядок и едем на показ. И наконец-то получится вам заснять бэкстейдж, что творится за кулисами показа. Я думаю, вам очень понравится. Сегодня будет представлять свои свадебные платья дизайнер Анна Карапетян. Я еще не видела платье, но думаю, что будет очень круто. Буду очень рада вам показать. Так что вот так вот. И сейчас уже думала вам заснять блюдо, которое нам принесли, но, к сожалению, когда принесли блюдо, мы про все забыли, потому что мы были очень голодными, и мы все съели, а потом мы вспомнили, что мы не засняли вам. Ну, в следующий раз тогда покажем. Все, едем домой и переодеваться, и на показ. Вот такая у нас сегодня Саша, да. Мы уже приехали на показ дизайнера Анны Карапетян. Ждем начала. Сейчас ждем, когда приедут стилисты. Будем снимать для вас бэкстейдж. Наконец-то, впервые мы покажем вам, откроем более занавес за кадром, как происходит, точнее, не как происходит, а что творится за кадром. Все это действие, движение, да. Каждый занят своим делом, подготовка идет вовсю, хотя еще достаточно раннее время, до самого показа еще около 2 часов, но ребята готовятся. Ну, подготовка это очень сложно, потому что, поскольку я работаю на показах, я это знаю. Очень много времени занимает подготовка. Ну, мы сейчас вам будем все показать, какие марки будут принимать участие в показе. Вот они, Саш, покажи. Думаю, все видно. Но мы еще потом в ближнем ракурсе вам все снимем и тоже вставим, покажем, да, кто будет участвовать в показе. Очень интересно, много людей вокруг модели. Парни. Да, много моделей парни. Потому что сегодня представляется дизайнер мужских костюмов с Абадея, они приехали. И их также гримировали Make Up School. Так что мальчишки красавцы. Да. Мы уже в ожидании показа, на самом деле, в ожидании представления, что будет. Сначала будет ужин. И фуршет, да. Фуршет, да. И показ долгожданный. В общем, ждем. Thank you.
прошел показ наш. Мы очень рады были вам показать бэкстейдж. Надеюсь, что вам очень понравится. Будет интересно посмотреть, как это действительно все происходит. Да. Паника, движ. Мы на самом деле хотели показать еще, что творилось в гримерке после показа, но там просто такой трэш, что снимать было просто нереально. Невозможно пройти с камерой, и да, было очень сложно. Мы еле забрали свои вещи. Ну, в принципе, все было очень круто. Мне очень понравилось. Хорошая тусовка, хорошие люди, хорошее настроение, хорошая музыка. Это, наверное, самое главное. И главное, что мы показали вам, как происходят... Показы, точнее, что ивенты. Происходит в гримерке в это время, когда все люди тусят и ждут показа, когда выйдут модели на подиум. Поэтому мы будем стараться и дальше вас радовать чем-то таким интересным. Но для этого подписывайтесь на наш влог Majesty of Photo. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Обязательно пишите комментарии. Если у вас есть какие-то пожелания, вы также можете писать. Мы постараемся их выполнить. А также будем очень рады как и замечаниям, так и похвалы. Да. Все, всем пока!